Музее культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот» открылась выставка советского скульптора Федора Сушкова «Я сам прошел дорогу войны и к вам вернусь дорогой искусства». На торжественном открытии присутствовала внучка Федора Кузьмича Анна Назарова-Сушкова. Она рассказала о знаковых работах мастера и поделилась интересными фактами о некоторых картинах. В мае коллекция работ отправится по выставочным залам городов России.